Всем огромный привет! Вчера показала свою косметичку месяца, спросила совет, нужно ли показывать парфюмы моего лета. Мои парфюмы лета, скорее так правильно сказать. Девочки многие сказали, да, давай показывай, парфюмы это интересно. Ну, я согласна, потому что я сама парфюмы первая бегу смотреть. Единственное, девчонки, хочу, знаете, что сказать, у меня возникла огромная проблема. Комментариев теперь стало так много, что я не успеваю на них отвечать. Так получается, что загружаю ролики и потом часами сижу, отвечаю, уже никого не смотрю. Сижу в комментариях и понимаю, что я безнадежно отстаю. Комментариев больше, чем я могу ответить. В общем, не знаю, что мне делать. И мимо пропускать еще не привыкла. Я никогда не пропускала комментарии, если только, может, как случайно. Ну, в общем, вот такая у меня беда. Теперь я никого не смотрю. Если я кого-то посмотрела, у меня прибавилось еще там комментариев 20-30. И, не знаю, не успеваю. Вот. Либо реже надо ролики загружать, чтобы успевать. Либо вот как-то придется пропускать некоторые комментарии и отвечать только конкретно на те, которые, ну, там, с вопросами, с обсуждением. А если привет, спасибо за видеолайк, я думаю, такие я буду пропускать. К сожалению, мне очень тяжело в этом отношении. Надо будет как-то перестроиться. Я видела, что девчонки, у кого много комментариев, они действительно пропускают многие. Но вот я так еще не привыкла. Ладно, давайте по парфюмам. Это более интересно. Я, конечно, не подготовилась. Я попробую рассказать просто свои впечатления, какие парфюмы я выбрала на лето. И расскажу, что я чувствую от них. Если кто-то не любит цитрусы совершенно, то вам совсем не понравится мой обзор, потому что у меня цитрусы и лето – это что-то неразделимое. Но давайте начнем. Сначала я покажу… Ну нет, я вообще-то вперемешку буду показывать. Хотела сначала показать такие нейтральные ароматы, а потом только прям вот совсем чисто летние. Ну, покажу все. Скорее всего, наверное, будут даже сначала высокие бутылочки, потом пониже. Был момент, когда аромат от Avon Fleur был для меня самым-самым вот лучшим ароматом Avon. В нем цитрусы и сладость. Вот настолько для меня это красиво звучащий аромат. Но знаете, вот бывают моменты, когда мне он кажется обыкновенный, чего я так восхищалась им. А потом опять в какой-то момент прям, я не знаю, но он прям вот как вот этот вот флакон такой вот он... Красивый. Вот такой же аромат. Очень хороший. На лето это вот сногсшибательный аромат. Он благородный, красивый. Ну, не знаю. Вот. Если есть возможность попробовать в пробнике, попробуйте. Вообще, я слышала даже, некоторые девочки говорили, обыкновенный, нейтральный, неинтересный. Ну, неплохой, а вот как-то вот мыльный, простой. А вот для меня прям вау. Он в какие-то мгновения, в какие-то моменты. В Avon есть еще вот такой аромат, это, всегда я забываю, это название зеленое. Ну, Summer White, наверное, да, только вот Sunset, вроде так. Я сейчас наговорю. А что ты не фокусируешься? Ну, в общем, с зеленой крышечкой. Тут самое главное, это вот эти крышки. Аромат ландыша. Ну, знаете, не такой ландыш, как вот прям вот совсем ландыш, но все-таки вот эта свежесть, лес, зелень, вот что-то такое есть. И на лето, мне кажется, это очень красивый аромат. Я им пользуюсь и не только летом, постоянно. Вот такой вот у меня есть ландыш. Это совсем недавняя посылочка была от Катюшки Потяковой. И мне вот этот ландыш подарила ее мама Светлана. Светлана, огромное еще раз тебе спасибо. Прямо вот для меня вот так 100 миллилитров ландыша. Это лучший аромат, где есть ландыш. Настолько мне нравится. В свое время мне Жануля присылала 2 мини-версии по 20 миллилитров. Они у меня обе кончились. Настолько нравится. Это просто вау, как мне нравится вот этот ландыш от Yves Rocher. Он шикарный, он бесподобный. Кстати, Флёр тоже от Жанули. Я свой истратила, уже открыла второй от Жаночки. У меня очень много парфюмов будет подарки
Парфюмов у меня много, девочки знают, что я их люблю, и у меня много подарков. Вот такой спрей Incandescence, тоже подарок от Леночки Никандровой. Привет тебе, Ленусь. Спасибо огромное. На лето самое то. Вы знаете, вот он не чисто летний. Incandescence — это вообще, мне кажется, аромат всех времен года. Так, у меня света не слишком много, не знаю, я тут... Ну, видно, да, как он выглядит. Он хорош в прохладный летний вечер, вот в свежие дни, когда, ну, нет уже такого жаркого солнцепёка. Он очень красивый и хорошо звучит. Но Incandescence для меня — это и зима, и весна, и лесна, и... И чего там я сказала? Весна, осень и лето, в общем. Далее. Из высоких у меня есть вот такая Феста де Вита. Это Фаберлик уже. Кто-то тоже его хвалит, кто-то говорит, мыльный, неинтересный. Но для меня он один из лучших ароматов. Фаберлик, тоже есть в нем цитрусы. Кстати, в Incandescence тоже ландыш входит. Тут ландыша нет, но тут есть цитрусы, которые я люблю. Вот они в какой-то сладости. Как вот, знаете, есть клюква в сахаре. Вот что-то такое. Приятный аромат. Из высоких и ставших любимых, вы посмотрите, как я много уже просто выпила его, да? Это сирень. Сирень от Oriflame. Специально искала каталог Oriflame через подружку, заказывала эту сирень. Жалею, что взяла только одну. Судя по тому, как она убывает, ну, она убывает, вообще, многие знают уже, что у меня в семье женщин две, я и моя мама, поэтому мы пользуемся вдвоем. Иногда она и поактивнее меня на какие-то наседает. Но вот сирень у нас с ней просто на расхват. Очень-очень нравится. Так, давайте, чтобы было красиво, так буду симметрично выставлять красоту свою. Так, что у меня тут еще из высоких? Вы знаете, я забыла. Это Сиэль. Сиэль парфюм. Вот тут вот даже, видите, написано Сиэль Нуаш. Вот такие флаконы у Сиэля все. Этот номер Нуаш номер один. В Сиэле есть философия ароматов. Вот единственное, я забыла Нуаш. Вот этот номер один. Философия какого аромата, поэтому не помню. Он очень свежий, очень красивый. Вот тут чистое-чистое лето. Очень красивый аромат. Мне он очень нравится. Причем, знаете, когда им не пользуешься, кажется обычный. Когда начинаешь им пользоваться регулярно, он кажется, вау, какой классный. Ну вот забыла только, какой аромат он вторит, повторяет. Там вот эта философия, это значит идентичный какому-то аромату, но не копия, а что-то в нем немножечко изменено, и вот новое, как бывало, новый, ну как, новый вариант как бы знакомого парфюма, вот так что ли. Давайте я вам покажу еще три спрея. Первый спрей — новинка Вейвен, это бразильское что-то. Очень яркий аромат, солнечный. Вот он такой желтый. Анализ похож. Прям совсем желтый. Степа, не упади на нас. Степа, как всегда, сразу по верхам куда-то, по ящикам. Я все время боюсь, когда он на этих ящиках. Что творит? Сейчас я вам покажу. Вот не поленюсь, покажу. Пусть не минусы поставят. Вот он. Стёп. Стёпа, слазь. Мотай оттуда. Он что творит? Вот куда вот он сейчас? Там вверху коробки. Сейчас на нас упадет. И вот так вот каждый раз я снимаю. Теперь Стёп, про тебя все узнают. Ладно, давайте продолжим. Потолок страшный. Я на полу сижу, если что. Фон красивый, требует жертв. Девчонки меня в прошлый раз спрашивали, как ты тут? А вот стол, видите? А вон мои ромашки. Это на табуретке, а я на полу. Ну ладно, все рассказала. Все секреты я выдала. Ну так вот. Бразилия. Классный аромат, мне он очень понравился.
Это вот из серии дерзких ароматов, таких вот. Ну, красивый, достаточно красивый, но не всем понравится. Этот нужно пробовать. У него свои любители. Очень понравился мне вот этот аромат апельсиновый цвет. Ароматный спрей от Avon. Спирта я в нем не чувствую. Мне спирт не мешает. Он буквально 1-2 минуты. И все. Ой, мамочки, сейчас прыгнет. Смотрите, что делает, а? Степа прыгнул, к счастью, на стол. Ладно, простите, пожалуйста, я все отвлекаюсь, потому что действительно кот на меня в горшок пошел. Да что ж он творит? Он решил мне сегодня испортить съемку. Я не буду переснимать, потому что время 11 часов вечера. Макса еще укладывать. Вот этот мне спрей очень понравился. Апельсиновый он. Иринка в прошлый раз сказала, что ее муж сказал, что похож на освежитель воздуха. Нет, вот прямо апельсин, чистый апельсин, приятный аромат, свежий, красивый. Ну, мне он очень понравился. Прям я полюбила этот аромат. Замечательный. Также Викуля Попридухина мне дарила. У меня был такой свой, мой закончился, открыла следующий. Соблазнительная маракуйя и пион. Классный, настолько классный. Вот как легкий парфюм. Но не такой, чтобы вот прямо душил. А вот именно как легкая туалетная водичка, которая вот летом, когда даже жарко, дома вот хорошо пользоваться. Она не будет ни душить, ни как-то плохо. Ну, в общем, для жары вообще самое то, очень нравится. Она также и на зиму очень хороша, и на весну, на лето, на что там осталось, на осень, на любое время года. Вообще замечательная водичка. Сейчас кота задушу. Ну, что ж он делает? Следующий вот этот аромат, он уже вышел из каталога. Это Sport Light. Как-то так. Ой, тут мы с камерой. Как же показать название-то? Ну вот оно там внизу написано. К сожалению, вода вышла из каталога. Не знаю, что-то у меня сегодня проблемы. Но она такая свежая, такая красивая. Я покупала эту воду в распродажах уже. Кстати, она очень, знаешь, на что похожа? Вот на эту сирень. Чем-то похожа. Вот у нее такой вот свежесть такая красивая очень. Не знаю, какие ноты, но свежесть очень красивая у нее. Она чисто-чисто летняя. Вот цитрус, сирень. Вот, ну, не знаю, вот как вот описать, но такие вот яркие, свежие ноты в ней. Даже зелень какая-то есть. Так копает. Вот. Не могу я так снимать. Ну, что он делает, этот кот? Простите меня, меня отвлек. Сбил. Я так настроилась прямо, чтобы вау, как рассказать, а теперь у меня этот кот сбил. Ладно, ну, в общем, этого аромата уже в каталоге, к сожалению, нету. Мне очень жаль, что Avon выводят такие красивые ароматы. У него, у Avon, много сейчас сладких ароматов, цветочных, а вот таких вот свежих, ярких, красивых, вот чисто летних, таких ароматов у них очень мало. И вот этот тоже красивый аромат убрали. Я покупала его по восторженным отзывам блогеров в свое время. Ну, то есть слушала, и так он меня впечатлил, что когда еще был он в распродажах, успела купить. Далее. Это привет и спасибо огромное Юлюньке. Юленька мне прислала вот этот Кристиан Лакруа Амбре. Я влюбилась в этот аромат. Он такой красивый. Он подходит тоже для меня на все времена года. В нем есть сладость. Но эта сладость не такая, которая вот только для зимы. Она действительно красивая, хорошая. И, ну, вообще супер просто. Благородный, дорогой очень аромат. Очень красиво звучащий. Следующий аромат, я его достала совсем недавно, это вообще вот лето, в общем, вот этот аромат, он идет на любителя, фэнтези, он от Faberlic, и в нем есть грейпфрут.
прислала Викуля Попридухина. Мне вот видно, у меня целый, вот прям действительно я его только-только из запасиков достала, берегла именно на лето, потому что это самое вот лето, самая жара. Не каждому подойдет, потому что грейпфрут, он не так легко раскрывается, не так легко звучит, но аромат очень красивый для меня, и вот летом в жару совсем немножко нанести на себя очень-очень приятно, мне нравится. Я вообще грейпфрут люблю. Кстати, в Фраше есть грейпфрут гели для душа. Вот бесподобный аромат. Настолько мне нравится. Ну вот я цитрусы люблю, видимо, все оттуда. Персив Дью замечательный. И красиво звучащий тоже. Ой, вообще. Ну вот сейчас лето, жара и вот самое то. В нем есть свежесть, в нем есть также цитрус, есть зелень. Но он даже сам по себе видно, такой зеленоватого, да? Сама водичка зеленоватого оттенка. Замечательный аромат, замечательный флакон, смотрится красиво. А вот голубой у меня почему-то, я понимаю, что он вкусный, ну, неплохой, классический. Ну, вот у меня стоит он целый, нетронутый. А этим вот достала, пользуюсь, уже начала пользоваться. Еще то, что у меня простояло практически всю зиму, вот только-только достала. Не знаю уж, буду я летом пользоваться или нет, но достать достала. Очень интересное оформление. Avon написано. Это от, ну, естественно, от Avon. Из молодежной серии. Тоже свежий такой, ну, вот я не знаю, дерзкий такой, интересный аромат. Ну, летний. Он очень похож на лето, но на любителя. В нем нету нежности цветов. Вот есть тоже какая-то дерзость. Не умею описывать. Сейчас вот у меня уже... Ой, и нога затекла. Трудно описывать ароматы, когда они, вы знаете, вот... Как сказать-то? Ну, в одной гамме, как бы, ну вот люблю цитрус, да, люблю что-то свежее такое, вот оно у меня на лето такое и есть, и повторяю, сейчас еще скажу то же самое. Это из ТТА, Амур, так, кажется, называется эта водичка, тоже красивая, в ней я чувствую тоже, знаете, вот сейчас что-то с сиренью связано. Вот. Ну и опять же, тот же цитрус, та же свежесть. Ну, красивый тоже аромат, не знаю. Вообще вот Амур вот этот, он очень отличается от всех остальных из этой линейки. Если все остальные идут цветочные, то этот вот с хорошей долей свежести. Мне он немножко напоминает Шанель Шанс розовый. Вот. Только Шанель Шанс побогаче звучит, и шлейф такой более богатый, а этот попроще немножко, но очень красивый тоже. Следующая тоже дерзость от Avon, совсем недавняя новинка, тоже из молодежной серии. В нем есть также грейпфрут, как и фэнтези. Кому-то покажется тяжелым, но раскрывается интересно и тоже на лето звучит очень хорошо. Это вообще чисто летний такой аромат. Не знаю, мне кажется, вот молодежи, для молодежи слишком он яркий. Если только такая совсем, ну, может, дискотечная какая-то водичка, я не знаю, или вечерняя. Ну, хотя все равно интересная она такая. Видно даже, вот вы знаете, по оформлению, что она такая вот как взрыв красок, причем в темных тонах, вот примерно так она и есть. Вот очень хорошо дизайнер оформил флакон, так отображает как бы сам вот этот аромат. Степа меня так сбил, что я никак еще в струю-то не войду. Вот этот аромат променад, была бы возможность, купила, конечно, я бы целую, полную версию. Очень мне нравится. Этот аромат тоже на любое время года подходит. Тут несколько у меня таких, вот не чисто летние, а ну, то, что я буду использовать летом, которые подходят и на лето, и на другие времена года. Потому что не всегда же хочется одни цитрусы носить. Иногда хочется и что-то такое со сладостью, и что-то цветочное.
Единственное, что летом не очень мне хочется, чтобы вот было много фруктов. Но вот когда вот так вот какой-то фрукт входит, нежный и такой неприторный, то это нормально, но слишком много нет. В этом променаде есть свежесть, есть что-то водное даже такое, утреннее, бриз. Вот знаете, как по берегу моря идешь. Никогда не была на берегу моря. Ну, вот у меня ассоциации, типа, я иду по берегу моря, и вот брызги какие-то от воды идут. Ну, вот как-то вот у меня так вот этот променад ассоциируется. Кстати, большой флакон, сейчас дотянусь, ой, похож вот на этот. Вот, не знаю, вам видно? О, видно, да? Она такая, как гофрированная. У меня подруга брала променад себе целую версию. Я флакон разглядывала. Очень красивый такой. Замечательный. Следующий аромат мне подарила Катюшка Минченкова. Катюш, спасибо тебе огромное. Называется он Flower Patty. Кажется, так. Ну, если что, вы поняли. Смотрите, какой он интересный. Я все время думала, что флакон темно-синий, как крышка, а на самом деле градиент. Видно, от темного переходит прямо в светлый, да? Очень красивый. Аромат интересный. Он вечерний, он такой теплый. В нем нету, кстати, цитрусов. Но я их особо не чувствую. Или они малозаметные. Красивый аромат. Ну вот вечер. Действительно, вот как тут написано, ночь, да? Не буду уже читать точнее. Это мой английский. Не каждый выдержит. Следующий аромат. Вообще я в полной мере не описываю, потому что искать, если я буду еще всю вот эту, как это называется, то весь букет, который входит в каждый аромат, ну, во-первых, это будет уже и зачитываться, и более долго, и более чопорно получится. Я так вот немножко свои эмоции, свои впечатления, пока вам говорю, уже следующий нюхаю. Кокетка, обожаю кокетку, это что-то. С огромным удовольствием начала уже пользоваться. Это я уже много раз говорила. Роза в росе ранним утром. Вот свежесть такая, в нем есть и цитрус, и роза. Ну, красивый очень аромат, звучит вот утро. Вот действительно раннее прохладное утро. Это вот этот аромат. У меня есть также шармант. Это подарочек от Оленьки. Не так давно он ко мне приехал вместе с прекрасной курочкой. Спасибо тебе, Оля, огромное. Шармант – это сестренка или братик, сестренка вот этой кокетки, но только вечерний. Я бы сказала, та же роза, только уже, знаете, в тепло солнечных лучей. Вот солнце заходит, вот тепло какое-то остается. Тут нет уже росы. Но есть вечерняя теплота, очень красиво он тоже звучит. Мне нравятся оба аромата, не знаю, какой больше. Пользуюсь одинаково обоими. Ну, не знаю, вообще все, что я вам сейчас выстроила, я готова прямо вот всеми по очереди открывать, обливаться и ставить. Настолько они интересны. Ну и покажу два последних аромата. Это духи, мне прислала их Наташенька, тата-матата, привет тебе, Натуля, огромная. Она из Нижнего Новгорода. У нее тоже есть свой канал. Да почти у всех девочек есть каналы, у кого нет каналов, ну, к сожалению. Очень жаль, а так бы я каждый бы дальше пела оды. Натуля прислала мне вот такие вот две водички. Она прислала мне много водичек, но не все летние. Вот эти две у меня отошли. Пошли на летнюю коллекцию. Много тут цитруса, свежести. Это духи. Надо их совсем чуть-чуть. Вот этот теплый такой солнечный аромат. Вот, наверное, в нем тоже есть роза. А вот этот, который в оранжевый, с оранжевой, тут более свежий аромат. Оба красивые, мне они понравились именно вот к лету. Наверное, вот этот даже больше оранжевый. Им чаще пользуюсь, так как духи чуть-чуть наношу на себя, потому что надо ждать, когда немножко разветрится. Они тяжело ложатся, но быстро вот выходят и остается легкий шлейф.
интересные ароматики, замечательные, приятные очень. Вот такая у меня коллекция с Горе Стёпой, который покинул меня, нахулиганил и покинул. Мы сняли, девчонки, честно, переснимать не буду. Я понимаю, что надо это все переснять, потому что это и горшком он тут громыхал как мог, и прыгал, и тут по потолкам мы с ним ползали, и я сбивалась. Но с другой стороны, если я буду переснимать, я не смогу повторить то, что я сказала по ароматам, а повторяться одно и то же, ну, сложно. Вот попробуйте описать 10 ароматов, когда они идут в одной линейке, как бы преимущественно такой цитрус, цветок, свежесть, и получается как бы масло масляное, постоянно говоришь, а ароматов тут много, не знаю, наверное, штук 30, если я не ошибусь. Ну, это очень много, поэтому описывать сложно. Ну, мне не повторить, в общем. Простите меня, пожалуйста. Сегодня будет вот такой горе-обзор. Надеюсь, он был чем-то полезен и, может быть, как-то интересен. Вообще, хочу сказать, что только летняя коллекция, вот если вот так вот посмотреть, очень яркая, разноцветная. Прямо взрыв красок у меня тут стоит на этой табуретке. Видно, да, что прям действительно они все такие яркие, цветные. Зимой коллекция все такие благородные, такие красивые флакончики, дорогостоящие, кажется. А тут прямо вот пестрота, все такое летнее, позитивное. Вот, болтаю, лень расставаться, неохота прощаться, хочется еще о чем-то поговорить. Ну вот по поводу комментариев, да, к сожалению, с комментариями мне сейчас тяжеловато стало. Ну ладно, посмотрим, может быть, все успею, все получится. Сейчас особо роликов впереди нет, запросов особых нет, так, если, может, влоги какие. Ну посмотрим. Ладно, давайте прощаться, а то ночь на дворе. Всем спасибо за внимание, спасибо всем, кто был со мной, спасибо всем, кто выдержали эти наши кривляния, которые у нас получились со Стёпой. Всем до новых встреч. Всем пока.